Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Притча называется «Два царя». Бог Кришна захотел проверить мудрость своих царей и однажды пригласил к себе царя, которого звали Дурьодана, известного по всей стране за свою жестокость и скаридность, и чьи подданные жили в постоянном страхе. И сказал Бог Кришна королю Дурьодане: «Я хочу, чтобы ты пошел и обошел весь мир и нашел мне по-настоящему хорошего, доброго человека». Тот ответил: «Да, мой господин», и послушно отправился на поиски. Он встречался и разговаривал со множеством людей. Спустя много времени он вернулся обратно к Богу и сказал: «Мой Бог, я сделал все, как ты мне велел, я обошел весь мир в поисках такого человека, но я его не нашел. Все люди, которые я встречал, себелюбивые и порочные. Нигде нельзя найти этого хорошего человека, которого ты ищешь». И Бог Кришна послал его прочь и позвал другого царя, которого звали Джамараджа, известного за свое великодушие и доброту, и горячолюбивого его подданными. И сказал ему Кришна: «Царь Джамараджа, мне хочется, чтобы ты отправился в путешествие вокруг света и привел ко мне хотя бы одного действительно порочного человека». Джамараджа также подчинился и отправился в путь, на котором повстречал и разговаривал с большим количеством людей. Много времени прошло, прежде чем он вернулся к Кришне и сказал: «Мой повелитель, я тебя подвел. Я никого не нашел. Есть обманутые люди, люди, которые введены в заблуждение, сбились с пути, кто действовал, не ведая, что творит. Но нигде я не мог найти по-настоящему грешного человека. У них всех доброе сердце, несмотря на их слабости». Вот такая притча, она называется «Два царя». Пока-пока, до свидания.